На золотом песке Анапы проходят сразу два серьезных спортивных состязания – первенство Краснодарского края и финал первенства Южного федерального округа по пляжному волейболу. Соревнуются юноши и девушки 97-99 года рождения. Анапа радушно принимает спортсменов из Адыгеи, Ростовской области и со всего Краснодарского края. В первенстве ЮФО все призовые места у наших краевых команд. В этом сезоне команда нашего курорта, как обычно, на высоте. Особо отметить можно команды анапские, женские, девочки команды. Они у нас почти все призеры. Одни из лидирующих мы в России на сегодняшний день по пляжному волейболу. У нас 4 региона на сегодняшний день. Москва, Санкт-Петербург, мы и Ростов, которые лидеры в России на сегодняшний день. Именно юные анапчанки будут представлять край на первенстве России. 10-20 августа будет проходить первенство России, финальная часть, в двух возрастах, до 16 лет и до 19 лет. Остается пожелать девушкам удачи и победы на всероссийском уровне.